меня пивное заведение. Мы сейчас пойдем с Гариком изучать, что там происходит. Вот он там уже к штуцерам пристраивается. Да, смотрите. Да. Работает таким образом. Видите, вы подходите, денежки платите, и вам прямо вот тут, тут же и нальется. Пиво темное. And right before the wine section here, you have a little. Это вот пиво местные сорта. Так, все местные. Так, бельгийские. Гарик, ты понял, как работает? Я понял, я жду, когда... Где там... оплата происходит? Оплата там. Там дают стакан, так. И дают тебе жетончик, который ты прикладываешь к этому, она сканирует и наливает. Ага. So, yeah, there's a sensor in your thing, and you touch against that. So, they give you the sensor when you pay the... Yeah, you get okay. it at the front, you give them your ID and all that. Glass and sensor. Yeah. Okay. So, you can come with your glass, but you still need the sensor. Yeah. Да, я говорю, стакан можно и свой принести, но... Глютен-фри, друзья, пожалуйста. Друзья, те, кто на диете, посмотрите, вот это диетическое пиво. Глютен-фри, холестерол-фри, фэт-фри, в общем, вот такое. Все очень здоровенькое. Да. Гарик пытается подобрать что-то из локальных сортов. И ему тот работник объясняет, видно, что он в пиве разбирается. Вот, он ему говорит, вот это давай, то давай. Светлые, темные, бельгийские. И в общем, что-то же и женщины тоже советуют. Вот это проблема выбора, друзья. Я помню первый раз, когда в Америке кроссовки хотел купить. Два часа мерили, ничего не купил, потому что слишком много разных было. Вот это проблема выбора. Так, друзья, Гарик обзавелся показанием вот этим предметом, вот он обзавелся. Ему говорят, давай, опа-на, нажать лампочка, давай, наливаем. Две унции, чтобы попробовать ему дают. Давай, Гарик, пробуй. Пробуй. Давай. Вау! Это на пробу давит, а если что, можно не брать потом. Или как? Да, давай. Друзья, тут нет, можно много на пробу. Пробы стоят $2. А, пробы $2. А ты что заплатил? А я сделал карточку, я могу теперь взять и то, и то. Они дают вот такое. Так. И ты выбираешь, ты хочешь пробу, да. Половинку или целую. Проба, половинка или да. целую. Флайт это 6 унций. Так. Фул это 10 унций. Понял. И когда ты выбираешь, ты сканируешь да. вот это, вот сюда. И у тебя она остается меньше. Зелененьким, но сколько ты сканируешь, потом ты идешь туда и оплачиваешь. А-а-а. Это как бы карточка. Я взял, положил на нее. Я могу взять. А потом ты идешь, предъявляешь, это они сканируют. Но ты денег им давал пока или нет? Нет. А, то я могу все попробовать. Все на честности. Набьешь, давай. Не на честности. Но у них есть карточка. Оно не нальют, пока ты не просканируешь. Кредит твой. Да. Я понял. Давай. Сначала я попробую, или как тебе? Давай. А Плезинская у них есть? Ты Пилснер? Нет. Да, я попробуй. Так. И мы пойдем другое попробуем. Оп. Он сейчас так напробует тебе, потом вы уносите. Горьковатое немножко, но вкусное. Давай еще попробуем. Вот это какое? Вот он говорит, это Мексикан лагер? Да. Так, тейстер. Игорь, это уже не локал. Игорь, это не локал. Это не локал, это мексиканское. Господа, спокойно. Это мексиканское. Пробуем. Давай, давай, попробуем. Давай. Поднесли, лампочка загорелась вот там. Ничего не трогай. Да. Давай. Вам нажать тест. Не-не-не-не-не. Как нет, когда да. А, окей. Без ручки не нальется, ребята. Без ручки не нальется. Оно да. наливает ровно столько, сколько надо. Так, и это убрали. Обратно. Давай. Все, это тест. Идем, Гарик.
Давай. Желаю, чтобы все. За здоровый образ жизни. За здоровый. И чтобы не терять весе. Да. И не приобретать. И не приобретать. Куда это вкусно? Вкусно. Ты что, давай идем в стакан? Давай! На тренинг пойду завтра, встану на чай. Какой дальше? Зачем? Пробуй все. А ты что, подряд пойдешь? Может, ты выберешь что ли? Да. А что, не могу пробовать? Это коричневые эльки. В режиме дегустации люди находятся. Вы видите, там большая длинная линия. Вот налево, направо. Тут есть что попробовать, друзья. Как раз сегодня, как раз сегодня, только об этом подумал. Хорошо пойти в пивную, в пельменную, в рюмочную, чтобы можно было пивка налить, правильно? Был разговор. Слышь, скажи, что это у тебя? Это пиво вот это. New Bohemia, так. Новая Богемия, друзья. Давай. Это между ними. Вот первый сорт был средненький, второй сорт был the best, это хороший третий. Окей. Если выбирать, я бы выбрал бы еще другой. Может быть, по цене ориентировался? Цена, смотри, здесь есть проба, $30, есть полстакана, а есть стакан. Ну и ты можешь сравнивать, как вот здесь. Примерно. Здесь стакан, например, 6,5,50, а здесь 6,50. Ну, у меня там получше. Так, ну что? Надо ходить со своим медным таким кубком и туда сливать. Попробовал, слил, попробовал. А вот сюда можно вылить. Сюда вылить? Давай. Да, вылить можно. Вылить сюда можно. За все надо платить, друзья. За все. Да, надо сказать, что вот эта древесина красивая. Я не знаю, что это за дерево. Оно очень красивое. Оно такое... классное. So, what kind of food is that? What is that food? Вот нам рассказывают Slap Table. Тут есть история этих столов. Тут надо сказать, в пивной раздают людям игру такую, чтобы, наверное, для проверки там того, дрожат ли у них сильно руки или нет. Но вот они сидят и выдергивают там палочки. Вот, и пока оно не сломается. За другим столом то же самое делается.